Головная боль, головокружение, повышенная температура, слабость, сердцебиение, а впоследствии сильно болит голова. С достаточной долей вероятности можно предположить сходство симптомов с отравлением тем токсином, которым отравили мед. Интенсивность отравления зависит от дозы. Лечение – промывание желудка. Подписывайтесь на канал Medical Advice, и вы узнаете из следующих видео, откуда берется пьяный ядовитый мед и как его получать.